спонсор сегодняшнего видео – комплекс серверов WoW Circle. Большой выбор игровых миров от версии 2.4.3, заканчивая версией 9.2.7, на которых играет более 45 тысяч игроков ежедневно. Периодические турниры с внушительным призовым фондом, в которых может принять участие любой игрок. Проект существует более 14 лет и не планирует заканчивать свою уникальную деятельность. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. До выхода нового дополнения к Вову осталось меньше месяца. Кто-то, конечно, уже взял себе эпическое издание, кто-то иными методами его себе приобрел и будет стартовать на три дня раньше. Кто-то обычное себе самое купил издание и стартует чуть-чуть попозже. Я прекрасно понимаю то, что каждый играет Вов так, как хочет, так, как ему нравится, в своем привычном темпе. Но если вы хотите максимально все правильно реализовывать, если вам хочется ознакомиться абсолютно со всеми механиками заранее, если вы хотите идеально себя чувствовать в мире нового Warcraft, в мире нового дополнения, то рекомендую вам изучить таблицу. Продемонстрирую ее вам, изучим сейчас, также она будет в описании. Все ссылочки вообще в принципе есть в описании, можете там чекать абсолютно все то, что вам интересно. Но переходим к таблице. вская удобная таблица. Снизу отображены листы, можно глянуть абсолютно все, что нас интересует. Самый первый лист календарь, грубо говоря, заголовок. Можно глянуть, кто автор, что новенького в этой табличке, когда стартует отдон, ранний доступ, когда начинается у кого имеется эпика здания, и снизу календарик показан. Цветами все обозначено абсолютно. Что, когда, во сколько, чем можно заняться, сколько штучек чего открывается. Все абсолютно прописано. Вторая вкладка второй лист это подготовка. Красным обозначено то, что необходимо сделать. Желтым такая средняя необходимость, зеленое то, что не обязательно делать. К примеру, родинаксы на текущий момент ни к чему, потому что у нас имеются полеты мы и так будем быстро передвигаться. Также касательно отряда все рассказано. То, что отряд это все персонажи аккаунта, а не четыре избранных, которые сидят у костра, как многие думают. Аддоны абсолютно все прописаны. Также посоветую аддон автотернин. Он позволяет брать квесты и сдавать их автоматически. Кайфовый классный аддон. Очень долгое время его юзаю. Постоянно с ним бегаю. Вкладка прокачка. Тут упоминается этот аддон можем все глянуть абсолютно, что, как, где, сколько опыта дается, что нам нужно вообще делать. Карта имеется превосходнейшее нового дополнения. И по уровням расписано, что, где мы должны быть в какой момент времени, к какому уровню. И что мы вообще должны сделать в этой локации. Все прописано, как добить 80 уровень. Все кайфово, все можно прочитать, все можно узнать. Вкладка «Репутация». Немного фракций, раз там добавлен текст автора, то, что ему тут нужно добавить, небольшую такую заметку себе сделал. В целом репутация будет легко фармиться, потому что реально у нас отряд, и все будет расшарено на учетку. Это облегчает прокачку абсолютно всего. Касательно профессий. Красным обозначено самая нужная профа, желтым обозначены те профессии, которые имеют поменьше импакта, а зеленым отмечены те профессии, которые дают, ну, прям вообще мало импакта. То есть, например, там чисто для крафта шматья, чисто для каких-то крафтов небольших. Гирду освоения, платка с этим левелами. То есть, например, если у вас там левел уже какой-нибудь там 570, то нормал данжи вас вообще не интересует. Вы изучаете эту табличку дальше и смотрите, как вообще, откуда можно загириться. В девятом пункте показан оптимальный способ гиринга в тот момент, когда открыты миф нули. Мифик плюсы, рейды, гир имеются абсолютно все итем левелы, их ранг, новые аффиксы, все прописано, какие данжи будут в формате мифик плюс, какие итем левелы падают, с каких боссов в какой сложности, пвпшный гир, камни доблести это новая валюта, аналог драконьим камням, кап такой же 2000, это максимально тупо со стороны Blizzard, я думаю, вы со мной согласны. Зеленым кружочком отмечу на то место, где находится Weekly Chest, там, где мы лутаем нашу еженедельную награду. Имеются различные тайски, можно все глянуть абсолютно. Также различные интересные бонусы, интересные ответики на популярные вопросы. Туду лист, расписано, что мы должны делать каждый день, что мы должны делать каждую неделю. Также имеется ярмарка в сентябре, само собой ее нужно посещать чтобы репутация наша росла быстрее, сделать под ярмаркой абсолютно все локалки, все квестики, проюзать какие-то баджики. Это, конечно, выгодно. И именно в этот момент мы все абсолютно будем юзать, делать и максимально реализовывать свою активность. Рецепты за известность. Тут пока что ничего нет, но скоро появится. Такая таблица получается реально мощная, крутая и максимально умная. Это очень много информации полезный что самое главное, очень много кайфовых отдонов и очень много хороших советов. Ссылка, само собой, как я сказал ранее, будет в описании. На этом все. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.